Уважаемые зрители, начинается матч третьего этапа шестой лиги «Спартакиады», учащихся России по гандболу. Встречаются сборные команды Московской области и города Белгорода. Встречу судят судьи всероссийской категории Татьяна Бычкова, Ирина Макарова, Московская область. Инспектор матча, судья всероссийской категории Виталий Плохин, город Бор, Нижегородской области. Уважаемые зрители, исполняется гимн Российской Федерации. Оператор табло, просьба выставить название команд на табло. Thank you.
Thank you.
первой встречи. Счет матча 10-2. Впереди сборная команда Московской области. Thank you.
до конца первой половины встречи. Счет матча 18-6. Впереди сборная команда Московской области. Thank you.
Последняя минута первой половины встречи. Впереди команда Московской области.